Привет! Ты на канале Zelimax Games, и мы с тобой продолжаем играть в симулятор кота. Сегодня у нас с тобой, видишь, уже пополнение. Ну, точнее, пополнение было в предыдущей серии, у нас стало 4 семейства теперь. Мы мама, папа, сестра и вроде братик растет. Я так думаю, что я правильно читаю. Розовый ошейник — это девочка, синий — это мальчик. Вот у нас сейчас мальчик. Мальчик у нас уже... Прошли мы с тобой первую стадию взросления, осталась еще одна, и потом можно будет сделать так, чтобы у нас появился пятый котенок. Либо батик, либо сестричек. А тебе, конечно же, лайк, подписочка на канал, комментируй, и, конечно же, не забывай нажимать на колокольчик. Приятного тебе просмотра, поехали. Так, сейчас мы с тобой будем выполнять задание по поводу фермера козы и поросенка. Потом мы идем с тобой по мини-боссам, ну и будем бить, самых сложных, самых каких-то сильных животных. Там, где больше будет даваться опыта. Без опыта мне никуда. Мы сегодня с тобой качаемся до 40 уровня. Немножко я покушаю бы, я что-то смотрю. Как-то у нас сытость, 25%. Это, блин, это очень мало. Тем более, не только я голодаю, но и голодают, конечно же, вот мое семейство. Так, давай пусть кто-то из них покушает. Так, это мое яблочко. В принципе, они сытые, а я... Ну, не совсем... Давай за мышкой, что ли, побегаем. Так, я наем. Отлично, отлично. Ох ты, блин. Да бейте, бейте его, пожалуйста. Черт, меня убили. Вот блин. Блин, так хорошо все пошло. Блин, в конце взял, видел, убил меня. Блин, ну я такого, конечно, не ожидал. Да, здесь на скорость передвижения я буду быстрее бегать. Кстати, за сажание тоже дается много опыта. А что тебе надо? Паук тебе надо, да? Ладно. Так, а козе у нас получается грибок нужен. Короче, с монетками получается сейчас... Они вроде бы валяются, да, если у нас местами появляются опять. Но их как-то уже меньше, что ли. Теперь только надежда на то, что выпадет только с кого-нибудь из противников наших. Так, нам нужен грибок. Слушай, когда надо, ничего нету. Ну как так получается? Ты чё ты напал на меня? Ты чё? Это енот в мой попался. Вообще сюда залезем. А, я, наверное, не залезу. Хотя, не залез. Залез. Нифига себе. Блин, мне нужен гриб. Где грибок есть? Так, у нас кабанчик есть, да? Давай кабана уже завалим. Может, так дело пошло? Все-таки мне опыт нужен. Очень много опыта. Кстати, за кабана дается очень неплохо. Это в каком-то роде даже, скажем так, босс. Так.
кто-то из вас пусть ест немножко. Смотри, клубочек валяется. Отлично, отлично. Так, а мне нужен был грибок, да? Блин. А, вот есть. Так, 620. Блин, у меня жизнь не полная. У меня жизнь как-то очень долго восстанавливается. Надо побыстрее выполнить вот эти вот задания для наших персонажей. Вот, свиньи, фермера и козе. Да, вот видишь, увеличивается скорость восстановления. Блин, и это постоянно так увеличивается скорость. Можно потом будет сражаться, я не знаю, наверное, чуть не бесконечно со всеми. Босс, лиса, нифига себе. Ну, я не знаю, давай попробуем. А что делать? Что на нее, смотреть что ли? Есть, конечно, один маленький нюанс. 80% моих помощников, всех вот, кто сейчас атакует, они атакуют немножко слабее. Так, и мне нужен паучок, да? Самое интересное, что здесь... А, не хватает золота. Ай, блин, золота не хватает. Что тебя? Блин, я думала, что мы сейчас с тобой вкусненько... Посадим полностью весь уже огород. Оказалось, нет. До конца не могу досадить. Так, у нас ночь. Отдохнем, поспим. Так, а сейчас мы с тобой идем на свинью, да? Свинья у меня хочет яблоко. Яблоко. По идее, там яблоко должно будет где-то валяться. Так, один наша свинья. О, блин, она вообще в другом месте, да? Ладно, это чуть-чуть. Ух ты, блин, бля, сколько здесь монет. Я давно сюда не заходил, да? Я забыл. Ладно, сейчас быстро. Кстати, я вижу, вон там клубочек появился. Если ты заметил, да? Вон. На ящике. Возле стенки. Сейчас возьмем. А
Отлично. Так, 14 кубков собрали. Да давай уже пейте вы ее. Еда моя. Так, 54, точнее 51%, да, от прокачки нашего четвертого ребеночка. Ванька, побежали дальше. Давай, значит, кабана завалим. За кабана много дается опыта. Самое главное, что первая атака вот проходит, да, вот от скрытости, и дальше уже как-то выносим его очень быстро. Готов. Так, нет, мухомор здесь мы не будем. Уж больно опасный. Так, свинья, держи. Отлично. Блин, к сожалению, конечно, не так хорошо, но, да, вот, быстро выполняются эти задания, точнее, идет респаун очень долго, несколько минут, может, где-то минут 10, но потом они дают опять повторные вот эти задания. Блин, ну, они реально мне нужны. Так, что у нас здесь с огородом? Полностью, да, посажен весь? Нет. Жизнь. О, да, жизнь это, конечно, очень хорошо. Так, и у нас есть еще возможность, да, посадить здесь? Ну, блин, ну не сейчас. Не сейчас у меня как бы... Нет, монет. Давай, значит, на мини-босс упадем. Да иди ты отсюда, блин, мышь. Кстати, ну паука буквально так идет от скрытости где-то на 100. Это, блин, это очень мощно. Это очень мощно. А, блин, гля, мини-босс. Мышь, к мыши подбежала и начала от меня атаковать. Нифига себе. Бейте, бейте, атакуйте. Ооо, круто. Я подпрыгнула на растерянность, не знаю, от кого атаковать, и... Да, вот, погибла. Так, а чё вы не кушаете, Надо вас покормить. У вас тоже проблема немножко с голодом, да, у наших помощничков. Давай, пусть поедят. Так, а что у нас дальше? Появился босс какой-то. Отлично. Пошли на босса. Так, и желательно еще, да, вот ребенок хочет, чтобы мы атаковались с тобой. Енота! Вот. Вот этот противный зверь. Отлично. Хорошо. Так, посадить овощи хоть. Точнее, задание-то есть, ну да. Так, а босс у нас будет лисан. Хорошо. Кстати, обрати внимание, вот боссы, да, сколько мы приходим на самых главных боссов, у нас нету с тобой кабана.
Я даже боюсь представить, какой он будет сложный, там, вот, последний босс, кабан. Смотри, лиса, босс, 32 уровень, 1300 жизней, 1300, ты понимаешь? Это, блин, это настолько много, что я даже не знаю, вот сейчас хватит ли ему, да, вот сила всех моих. Когда даже мамка такая пригнулась, такая, типа, атаки, готовимся. Ну чё, давай рискнём. Блин, ну конечно, очень много жизни у нее, очень много. Слушай, а если так прыгать? А, не-не-не. Неэффективно все равно. Ой! Ой! А, черт! Кля! Блин, завалило меня! Нифига себе! То есть, понимаешь, что это говорится? Это говорится о том, что мне просто не хватило сил. Реально мне не хватило полностью сил. Блин, очень жалко, обидно как. Ладно, давай. Здесь. Скорости передвижения. Блин, тут ферма же все, полностью вся забита. Ладно, давай на мини-бусе. Блин, так хотелось реально прокачать его. Блин. Честно, блин, мы почти лису убили. Ну, реально, мы почти ее убили. А что это за зверинец у вас вот такой? Всех так много, а? Косой, стой! Что такое? Че с енотом? Слушай, а че он так поворачивается так часто? Мне не нравится. А, енот пришел! Слышишь, на помощь! Че такое, Вы че это? Че вы делаете? А вы че, не бьете? Да ну нафиг! Вы че, серьезно? Че за... Блин, чё за дела такие? Я напал на лесу, блин, енот прибежал. На помощь. Так нечестно. Но лесу я, по-моему, убил. Реально, потому что я собирал с неё монеток. Да, вот. Ну вот, типа, она вот стоит, на самом деле ее уже нету. Хотя... Да, её нету. А чё с ней случилось? Так, ну енот, иди сюда. На енота, блин, на такое что? Другое? Сытость наших... нашего семейства, блин, давайте не ешьте. И слабые 60% у вас только атаки идет. А мне нужны все 100. Так, следующее уничтожаем, да, енота. Смотри, малыш, да, наш на 97%. То есть мы сейчас, по идее, должны... Блин, мы его не убьем. Мы его не убьем. Я не успею. Хотя...
О, я успел. Да, смотри, значит, малыш стал взрослее. И теперь у нас, получается, есть возможность создать пятого. То есть последнего, третьего ребенка. Это, конечно, круто. Но, блин, очень сложно. Так, где у нас первый? Первый у нас вот здесь, да? Коза у нас совсем в другом месте. Ладно, пошли сейчас, наверное, на фермера, да? Что он хочет? Он хочет у нас грибочек. Так, стой, косой. А, помощник. Чё мне так не везёт, а? Реально не везёт. Так, ты же всё посадил, да? Я не знаю. Кстати, с клубками вообще какая-то проблема. Вот, да, хотелось бы, конечно, клубки все найти. 600 монет, это все-таки тебе не это, ну, много очень. Но как бы дальше с ними? Куда я буду их использовать, если я сейчас все огороды свои посажу? Я не знаю. Так, тебе же нужен гриб, да? Ну, блин, где гриб мне еще найти еще? Слушай, так, грибочек есть. А, так. А, отдохнуть надо. Так, отлично. Здесь последняя. Так, есть. А, смотри, здесь еще одна ферма, полностью все засажено. Вот здесь, там, где свинья, это последняя у нас площадка осталась. Я не знаю, честно, монеты будут выпадать, а что я за них могу, да, вот еще себе купить, потому что здесь я полностью уже улучшил. Уже делать нечего. Да, у нас остается что? У нас остается с тобой... И ребенок последний, пятый. Ну и в принципе все. Больше ничего. И опять же, будет ли какой-то, да, вот супер-босс? Не знаю. 15. Только половину нашли с тобой. Блин, а где все остальное? Так, коза и поросенок хочет. Ладно, пошли. Блин, мне надо золото, конечно. Ну, золотые монетки. 100 монеток. Блин, это очень много. Я тогда 75 еле нашел, а здесь... Да, вот огромное количество. Сейчас проверяем. Ну, блин, потому что сытость, да, вот нашего семейства 60%. Блин, это очень мало. Тебе этого зайца, блин. Пусть бежит. Пусть живет.
Так, теперь. Свини два яйца, да? Так, на одно яичко вижу здесь. Мне вот самое интересное, а почему два яйца нужно относить? Раньше хватало и одного. Собираем, значит, монетки, блин, мне надо, реально очень много монет, блин, 100 монет, это очень много. Даже если я сейчас буду все собирать, мне желательно, конечно, еще уничтожить того босса, да, вот ту самую лису. Хотя, с одной стороны, мне как бы почти, да, хватает, мне буквально там не хватило чуть-чуть. Кстати, я сейчас нахожусь возле фермера, да? Это же у нас последним был огород. Там, где, ну, хоть что-то можно было еще посадить. Слушай, да, огород полностью посажен на все 100%, ты прикинь? То есть я вообще что-то даже не знаю, что еще можно посадить. Все, посадка закончилась. А потом мы с тобой пойдем на охоту на зайца. Любого, без разницы. Как бы такое маленькое задание, за которое да, дается. Так, зайди сюда. Отлично. Так, монетки. Блин, еще не все. Надо еще больше. Но остается еще 25 монеток. И, в принципе, у нас остается, да, там, совсем чуть-чуть. Чтобы прокачать последнего, пятого ребеночка. Так,
86. Так, смотри, фермер хочет два яйца. А фермер у нас где? Фермер у нас сзади. Да, слушай, получается, если они хотят вот последние какие-то задания, и с каждым разом все больше у них идет запрос, то это говорит о том, что мы по чуть-чуть выполняем всю, как бы, ихнюю, такую небольшую сюжетное задание. Так, 89, 90. Блин, каждую монетку считаешь. Да, уже считаем мы с тобой, блин. Там буквально немножко осталось. Так, и мне еще яйцо нужно, да, найти. Так, ну давай, наверное. Зайца сейчас быстренько убьем, потому что это такое мини-задание, и отдаётся опыт. Опыт на прокачку самого главного, да, персонажа нашего зайца. О, отлично, монетки получили. Смотри, у нас есть с тобой возможность прокачать пятого, да, котёнка. И я его, конечно же, беру. Теперь мне нужно, конечно же, его будет воспитывать, сражаться со всеми. Да, опять кормёжкой заниматься. Блин. Вот попал. Нет, ну слушай, реально попал. Ого, ого, ты видел? Смотри, смотри. То есть он убежал, да, позвал помощников, и все, они начинают на меня атаку. Мощно. Ва-а-а! Нифига себе. Ладно, пошли отсюда. Так, блин, у фермера нужно яйцо одно, да, найти. Если надо, то, конечно, желательно найти. Самое интересное то, что у меня такое чувство, у меня как будто остановилась вот прокачка по опыту. Не знаю, я вроде сражаюсь много, но как-то качается уже стало медленно. Не знаю, надо, значит, только ходить вот, да, вот на мини-бус и бус. Но, к сожалению, они не так часто, да, вот попадаются, как я хотел бы. Давай быстренько, значит, яичко отнесем. Блин, сейчас пока отнесу, уже там и коза со свиньей, да, что-то еще захотят. Но получается, если я 15 заданий каждого из них выполню, мне бонус будет навсегда, на постоянной основе. А сейчас я получаю только временно. Вставай, просыпайся, ты чё? А,
Яйцо хоть в зубах осталось, и тоже хорошо. Так, а вот зачем сейчас я уже монетки собираю? Честно, я уже не знаю, если честно. Потому что, ну, изначально я это знал, чтобы садить огород, чтобы там создавать семью. Сейчас семья уже создана, все. Как бы, что дальше делать, не знаю. Смотри, нас, в принципе, пятеро, да. Ну, блин, я сейчас теперь, получается, выполняю задание вот, да, вот наших жителей нашей фермы. Свинья хочет. Давай сейчас, наверное, выполним быстренько свинью. Там коза пойдет. И дальше мы с тобой выполняем, наверное, сражение с мини-боссами. И боссами будем делать. Ну, что делать еще? Это животное, блин. В смысле, не понял. Свинья где? Ого! Фига себе, так это далеко. Побежать дальше. Значит, будем, да, вот еще с боссами сражаться, значит. Кстати, сейчас нас пятеро, по идее, лесу можно пойти атаковать. Ну, реально, по идее, она должна вот нам очень сейчас хорошо помочь. Особенно с опытом. Кабасик. Так, атакуем, атакуем, атакуем. Готов. О, хорошо, неплохо, неплохо. Мне же понравилось. Thank you.
Давай сейчас, Нейна, мы с тобой попробуем атаковать все-таки ту самую лису, да, если она осталась, если босс остался лисой, конечно. Теперь у нас пятеро, в принципе, шансы есть. И очень хорошие. Ну, вас попали. Да как она меня заметила, а? Злодейка. Да атакуйте вы! Вы что делаете? Слабо атакую, знаешь, очень слабо. Блин, это была обычная лиса, реально, она чуть меня не завалила. Нифига себе! А что дальше будет? Я хоть того босса хоть смогу завалить или нет? Нет, просто самому интересно. А вот опять-то это дурацкая-то лиса. Сколько у нее жизней? Давай посмотрим. 1472. Увеличилась. Нифига себе. А что делать? Ну, давай. Сейчас я немножко... Да, вот. За десятую. И подготовлюсь. Блин, нет. Нет. Уходим. Все, уходим. Блин, она мне... кинулась на меня. Блин, у моих помощников 80% к атаке. Пусть поедят. Во. Вот сейчас будет 100% и пойдем. Слабо, еще надо что-то. Попробуем. Может, в этот раз. Все-таки нас уже как бы пятеро. Хотя, конечно, жизни у него очень много. Собос. Ого, нифига себе! Ты видел, сколько монет выпало? Вот это я понимаю. Фартануло. Кстати, и малой неплохо так качнулся наш, да, вот, блин, много опыта у него. В принципе, что у нас тут осталось? Осталось ему, конечно, качнуть. Это у него только первая стадия, слушай. Реально первая стадия. Я как-то, не знаю, очень долго качается что-то он. Особенно в этот раз, понимаешь? Так, козе, да? Коза у нас вот здесь. В принципе, давай сейчас выполним, да, козу. И, наверное, мы остановимся на сегодняшнем прохождении. Кстати, сегодняшняя серия оказалась как-то очень долгой. Не знаю, у меня такого не было. Может быть, из-за того, что я решился, да, вот на выполнение вот таких второстепенных заданий. Ну, тогда это минус, конечно. Так, яйца-яблоки. Яйца-яблоки.
куда ты идти? Блин. Встал, нагнулся возле меня и не дает пройти мне. Ну, может, соскучился, обнял меня. Так, ну, блин, мне нужны... яйца, яблоки. Где взять? Слушай, животных мало, не те, кто нужны. Да, и все остальное как-то мало. Жалко, что нельзя вот, да, вот кому-то из помощников дать, и чтобы он сам принес туда. Дополнительно. Пусть маленький котенок тоже хочет яичко, а я несу хозяину. Фермеру нашему. Нехорошо. Обделяй малого. На, держи. Так, теперь я буду, да? В нашей казине все. Так. Только не уходи, пожалуйста, туда. В принципе, давай на сегодня мы заканчиваем прохождение симулятор кота. Мы сегодня с тобой повысили до 41 уровня. Я даже этого сильно сам не хотел, но так получилось. Что у нас с тобой есть? У нас с тобой есть 5 котят, да, вот. Семейство большое стало. Самое важное, конечно, мне кажется, это осталось вырасти его, чтобы он стал большим. Большим он, в принципе, скоро уже станет. Если сегодня понравилось сегодняшнее прохождение и эта серия, ставь, пожалуйста, лайк, подписывайся на канал, комментируй, нажимай на колокольчик. С тобой был Вельмарк Геймс, на сегодня все, всем спасибо, всем пока.